Занятия по свободному движению помогали участникам прочувствовать свое тело через импровизацию. Люди в танце показали, как они переосмысливают эпизоды эпоса. А в импровизации есть вот этот так называемый воздух. Она учит ему, да, ему тому воздуху, что... И постепенно обучаюсь, вы, может, потом и номера будете за минуту танцевать. Так гениально, что ну, с воздухом. На мастер-классах по актерскому мастерству участники ставили конкретные сцены с проработкой и разъяснением, как это показать. В результате они сняли небольшой фильм по эпизоду эпоса «Похищение Сампо». Сначала люди не очень въезжают, потому что имена какие-то тяжелые, да, какие-то ситуации. А потом они настолько в азарт входят, у них заговоры какие-то. Изготовление украшений, игры-квесты, концерты в стиле неофолк, просмотры кинофильмов – все это направлено на то, чтобы привлечь людей к эпосу. Сам фестиваль стал кульминацией проекта «Калевала Open», который действует уже полгода. Началось все с аудиокниги, но интерес оказался настолько велик, что желающих стало больше, чем самих рун.